Привет! Всех приветствую на моем канале Марафон. Здоровье и разговорный марафон. Пам-пам-пам! Да! 365 дней моему марафону, моей любимой ходьбе. Такая красота в честь праздника. Нужно как-то отметить. Нужно как-то выделить этот день, да? Что сегодня год, как я хожу. Да. Да. Год хожу. Слов не нахожу, как выразить свое счастье, да? Ну, да, да, я счастлива, счастлива, что я начала год назад ходить. Начала два таких марафона. Для меня они супер полезные оказались. Что марафон здоровья – это ходьба, что разговорный марафон – это разговор. Для меня это просто супер получилось. Почему? Потому что результаты. Огласите результаты. Ну, что я могу сказать? Отбросив все такие мелочи, что икры ног накачались, попа чуть-чуть накачалась, да, было сдутое. Ну, над этим надо работать, да? Ну да, я все, как всегда, шучу. Самое главное, что отказалась от прописанных лекарств, которые мне прописали уже пить постоянно. Заметьте, постоянно. Всю жизнь. Бета-адреналиноблокаторы. Слышите, страшно звучит, да? Потом от гипертонии. И сопутствующими еще было от разжижения крови, чтобы кровь густой не была. Эти три лекарства мне были прописаны на постоянной основе. И можно сказать, я без них не могла. Да? Оказывается, я просто придуривалась. Могла я без этих лекарств? А что нужно было? Вот выйти вот так вот на ходьбу, начать ходить. Так что, если вам говорят, приписывают лекарства, вот солнце. Ой, солнце – это хорошо. Если вам приписывают лекарства и говорят пить всю оставшуюся жизнь, а спросите, а нельзя ли чем-то подлечиться, а не просто симптомы снимать? Да. И если доктор продвинутый, скажет, выходите на ходьбу. Честно. Я так, можно сказать, долго ждала года. Да ни капельки не ждала. Я еще думала, это еще далеко, далеко. И даже когда 333 день называла, думала, это еще далеко. Оказывается, пах, все, год. Да. Такой вот гнездо, да? Такое гнездо у меня на голове. Что не сделаешь ради поднятия настроения, да? Кто-то посмеется с меня.
А еще что насчет разговорного марафона? Да я просто удивляюсь. Неужели это я разговариваю? Слушайте, я не могла предложение сказать. Я знала, о чем говорить, но я не могла сказать. Тормозила, да? Да. А сейчас я не торможу, а держу паузу. Начала молчать, так молчи подольше. Ой, я думала, что 365-й день мне будет прям... Я расскажу все расскажу. Чего я достигла, да? А тут, оказывается, ничего, нету достижений. Ну, подумаешь... От трех лекарств отказалась. Да, добавить нечего мне. И я считаю, что это супер достижение. Что не стесняйтесь, присоединяйтесь, будем ходить вместе, да? Но только в разное время, чтобы не мешать друг другу, да? Да. Ой. Да, вот так я балуюсь. И так каждый день балуюсь. Эти гнезда вью не каждый день, видите, только на юбилей. Выходите на ходьбу, забрасывайте все свои дела. Самое главное дело в этой жизни – это жизнь. Да? Так что улучшаем свою жизнь. И что? Улучшаем. Как можно? Ну, кому-то нужно денежек заработать, да? Кому-то нужно... Даже не знаю, кому что еще нужно, кроме денежек. Всем только нужны одни денежки. И у всех еще, конечно, не хватает время. Да. Одним нужно время, не могут найти, выйти на ходьбу для своего здоровья. А другим нужно денежки зарабатывать. А вот здесь нужно просто посчитать, зачем вы эти денежки зарабатываете, чтобы потом отнести в аптеку, да? Да. В общем, завтра уже второй год пойдет моей ходьбы, моего марафона любимого. Как называть его? Делать ли отпуск? Вот в чем вопрос. Ой, сколько проблем. Все это ерунда. Это все не проблемы. А я чего здесь хожу туда-сюда, чтобы не попадаться людям на глаза с таким гнездом? Да. А на Ютубе это не люди, да? На Ютубе там дистанция. Да. Все, сказать нечего. Марафон продолжается. Увидимся. Пока-пока.